Привет, всем привет, 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 с вами Лига Music Wars. А сегодня у нас новогодняя забастовочка, а значит, нам завезли подарочки, нам завезли всякие разные вкусности. В общем, самое классное время, ребят, время покупать подарки, время донатить. В общем, все, что вы любите в этой игре. И у нас появляется новый питомец, появляется загрузка саночек. И прежде чем мы все начнем, я хотел поздравить Кундао, он первый вытащил трон в 2019 году. Просто молодчинка. В конце видео покажу, как он это вытащил. В общем, видосик уже есть. Итак, кто выкачивает уже Гранд Эльфа и кто дерется за трон, я вас поздравляю. А почему мы начинаем с форума? Потому что здесь немножко больше информации, чем в самой игре. В самой игре мы рассмотрим питомца и, соответственно, все остальные плюшечки. Итак, санки. Санки у нас загружаются, ребят, бокстером. У меня его нету сразу. Силового конденсатора у меня тоже нету. И блохиша у меня тоже нету. Так что я буду по максимуму здесь за рубины выкачивать все, что можно. Ну, немного выкачаю, но постараюсь. Может, даже задоначу. Может быть, возможно. Хотя бы если спецпредложение будет, я обязательно его выкуплю. Там у меня хорошее предложение есть на 500 рубинов. Очень бы хотелось его выкупить. Ну, ладно. Итак, психометр, ребята. Дальше силовой конденсатор, Кинг-Конг и кристаллоид. Но и любимый поясочек. Те, кто не выкачал поясочек, как раз сейчас самое время. Не забывайте, пояс улетает просто мгновенно. 2-3 минуты его не будет. Пояс, ну то есть, кто не выкачал, обязательно качаем. И, соответственно, дальше все наши 6 тронов, ребята, идут. И пошли. Гранд Эльф, то есть арктический трон, кристаллический, крионитовый, абсолютный и кибертрон. Все они со всеми характеристиками, все есть на форуме. Можете, ребят, почитать. Но самые классные это два последние, которые дают только дополнительные характеристики, но и неуязвимость. То есть два последних трона самые охренительные в своем роде. То есть, ну, вот эти вот, в общем, самые имбовые из всех. Кто не выкачил, то так. По подарочкам, тут небольшой, короче, это мы рассмотрим. Оголек, это новый питомец. Тоже его там же рассмотрим, со вставочками. Так, поджигалка, ну, это так себе. Но главное, у нас сменился главный приз, ребята, главный приз робо-диджей. Как говорил в свое время Славка, самый лучший способ выкачать питомца, это крутить его на рулетке. То есть, соответственно, выкачивается, ребята, неплохой, кстати, с блокпостом, с аннигилятором. Но у меня тут остался буквально два уровня до аннигилятора, я тоже его выкачаю. И биосфера. Не забываем, то есть она 25 уровня, ребят, то есть ее долго придется качать, прям очень долго качать. Но я ее буду выкачивать только после того, как прокачаю питомца. На это, на все у вас есть ровно год, ребята, на следующий год может что-то обновиться. А те, кто не успел выкачать энергетический преобразователь, ждите его в подарках в следующем году. Итак, за тусовку в клубе у нас тоже меняется приз, и мы получаем нашего чужого. В общем, очень древний питомец, считаю, что слабоватый. Слабоватый питомец, так что, ну, выпадет, выпадет. Не выпадет, не выпадет. Ну, в общем, параллельно, если честно. Так, не сильно страшно. Мандарины, игры, бонус, оборудование, заморозки студии. Все стандартно. Не забывайте, еще будут турниры. Ну, а сейчас давайте, ребят, перейдем в саму игру и посмотрим там. Ну и давайте в саму игру мы, конечно, перешли. Мы рассмотрели сани, все, что мы там выкачиваем, в общем, за рубины. Я пропустил прошлую зимнюю акцию, поэтому буду по максимуму качать. Если появится спецпредложение, то обязательно куплю, но, скорее всего, не будет. Это очень печально, ну, жалко. В общем, силовой конденсатор уже у меня плюс 3 качает, я его выкачал, вот он у меня, первый раз он появился, ну, слава богу, хотя бы один, и то ладно. Причем качается очень легко, немного рубинов ушло. Может появится еще в подарках на следующем году или через год, не знаю, как будет. Ну, все хорошо.
По подаркам, ребят, я выкупил уже 10 подарков, то есть больше покупать я не буду. Самые мелкие, к сожалению, я не беру. По прошлому опыту вижу, что плохо с них дроп идет. Соответственно, покупаю средние. Все остальное буду покупать за мандарины. Буду бить вообще по максимуму. То есть сейчас начинается режим 24/7. Не, в общем, я буду играться, но очень много. Буду по 16, наверное, часов сидеть. Ну, не всегда, но буду периодически появляться в игре. Давайте разберем подарочки. И меня интересует новый питомец. Ребят, питомец Оголек. Это, получается, питомец с двумя разными характеристиками. То есть есть огненный элемент и каменный элемент. И у каждого из них свои собственные навыки. То есть в общей сложности 6 навыков плюс навык метаморфозы. То есть, по сути, по 4 навыка, как и положено. Будем рассматривать от 15 уровня. То есть первое, ребята, это умение огня и камня. То есть если огненный элемент выходит, он увеличивает силу на 20%. Если выходит каменный элемент, то увеличивает защиту на 15%. Как происходит эта вещь? Это то же самое, что у Дракулы. Когда вы убиваете Дракулу, он воскрешается со всеми жизнями. То здесь происходит обратная форма. Это метаморфоза. Если умирает, то есть, соответственно, элемент огня, то возрождается элемент камня. Если элемент камня уничтожается, то возрождается элемент огня. И так происходит 5 раз. То есть, соответственно, Дракула воскрешается 3 раза, а этот 5. Но тут интересная фича. Допустим, давайте рассмотрим огненного. Влияние огня, как я уже говорил, это сказал, он при выходе это сделает. Дальше, воспламенение, ребята, шансом 70%. Он воспламеняет, соответственно, противника. То есть это на героя действует. Офигительная вещь. 250 от силы. Но при этом, получается, поджигает. И 3 раза будет на протяжении ходов получать урон. То есть, ну, охренительная вещь. Плюс огненный вихрь. Это самый охренительный, самый дымажный, ребята, из всех. Это как раз вот этот уровень. Представьте. Он выкидывает 10 сгустков энергии. Каждый дает по 100% от урона. В общей сложности, если, соответственно, стоит один герой, всего один, представьте, нет питомцев, а вот именно стоит один герой, то все огненные сгустки придутся на этого героя. И вы получите 1000% урона. Представьте, 1000. То есть ни у одного из питомцев нет такого урона. То есть, соответственно, если вы поставите на него аркон на силу и второй, допустим, на силу и живучесть или на силу и ловкость, то урон будет просто колоссальнейший. Ну, соответственно, в клетку в обязательном порядке к размещению. И после метаморфозы, давайте посмотрим, когда появляется уже каменный, то он выходит и увеличивает броню. При этом при появлении есть шанс окаменить своего противника и, ну, как бы оглушить его. Это, ну, такая вещь. Ну, дополнительно, в общем, к метаморфозе. Плюс, не забываем защитника. Это как раз и есть навык вот каменного. Это защита, он кидает защитный барьер. Защитный барьер зависит от, ну, как бы жизни самого питомца. И именно от максимальной жизни питомца дает, ну, нехилую прибавку. В общем, как щит, который выезжает у нас. Два питомца, два дополнительных, в общем, по 4 навыка на каждого из питомцев. К выкачиванию в обязательном порядке, как я и говорил, про неуязвимого блохиша в прошлом году. Также и этот питомец в обязательном порядке качается, очень уникальный, но не этими подарками. Ребят, сразу говорю, не этими подарками. Сейчас все разобрали, все посмотрели. А теперь небольшие вставочки, пока я разговариваю, как выглядят вообще эти навыки. В общем, хотел поздравить я Кундао. Он у нас уже взял первый трон. Молодчинка. Соответственно, в конце видео я обязательно сделаю вставку, как человек его выкачал. В санях я буду качать, ребят, по максимуму все, что есть, потому что поясок я выкачивать не смогу, это однозначно, потому что поясок будет вылетать очень быстро. Желательно бы, конечно, его подкачать, но у меня просто не будет. Если не будет спецпредложения на Новый год, то, соответственно, я ничего сделать не смогу. До этого у меня оно вывалилось, но уже очень давно. Хотелось бы сейчас, можно было даже за 1000 рублей его выкупить. Ну, я еще думаю, то есть, стоит ли это или не стоит. Я и так средний персонаж, хочу таким оставаться, поэтому, ну, возможно, что и никак.
Плюс я буду сливать все запасы, как я говорил, я запасы сливаю два раза в год. Это перед майской акцией и перед зимней акцией. Посмотрим, насколько улучшатся характеристики, что будет. В общем, сливать буду чипы, сливать буду генетику, сливать буду дзены. Все, ключи, короче, и все открывать я не буду, потому что 31 уровня нету, соответственно, пятерку уровней мы будем еще дополнительно ждать. Ну, а на этом, наверное, буду закругляться. Про заморозку студии вы все знаете. Но, ребят, качаем сани. У кого нет поиска, качаем поясок. Ну, а все остальное, ну, на ваше усмотрение. Не забывайте, что питомцы и машинки появляются в подарках. Так что тратить напрямую рубины в санях вам, ну, по вашему желанию. Давайте, всем счастливо. С вами был Доктор.